Всем привет! Сегодня 4 июля, и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление, в принципе, небольшое, и есть и косметическое, и игровое. Начнем с косметического. Это в обликах, да, нам добавили нового коня. Был когда-то стимпанковский кролик. А нам добавили вот такого стимпанковского орла, да, или что это? Ну, я не знаю, но я думаю, что более на орла похож. Мехорух. Давайте просмотрим еще его вот так вот. Ну, в принципе, ничего так. Да, и добавили крылья, естественно, под такой же типаж, как сейчас модно. У нас добавляется и конь, и крылья одновременно. Вот крылья. Крылья, кстати, зачетные. Мне нравятся крылья. Они прикольные такие. С цепями. То, что я люблю. Дальше смотрим. То, что нам еще добавили, это добавили стебель. Ну, это, в принципе, было предсказуемо, что когда они, ну, со временем его добавят, но ожидали более весомые награды. Итак, нам добавили сотый этаж. Это легендарные карточки. В принципе, неплохо. Плюс одна карта в день. Мелочь, а приятно, да? То есть было 10 в неделю. Сейчас, получается, добавили клан инст выше. Будет 12. И еще 7 за стебель. То есть уже практически 20 штук, 19 штук получается. Набор Божьего круга. Да, эссенция Божьего круга. Раньше у нас была вот здесь вот где-то. Где? Вот. Да, вот одна, один набор. И вот второй набор. То есть два уже набора будет. А также еще мешки трансформации. То есть вот здесь 10 мешков. И вот здесь 10 мешков. То есть, в принципе, 20 мешков в день. Ну, в целом неплохо. Насколько там сложно, я не знаю. Это же я буду проходить. Отдельно сниму видео с 96 по 90 по 100, 101 по 105 и 106 по 110. А я поделю так по дням, потому что я не буду доплачивать, ну, камнями проходить сразу. Я буду всего по одной попытке докупать. И за 3 дня пройду специально, чтобы сильно не тратиться. И посмотрим заодно, какие там боссы, насколько сильные. Но я думаю, что особого труда не составит пройти именно все этажи до 100, в принципе. Вот, больше ничего такого особого не ввели. То есть это все то, что я заметил. Если вы заметили что-то еще, пишите в комментариях. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.